XX, с вами Беливикс. Всем привет! Мы сейчас находимся в Греции. И как можно не сделать охоту на кукол в Греции? Поэтому вот, сейчас мы это и будем делать, снимать. Есть в Греции такие магазины детские, как Jumbo, Mustakas, Perfect Toys, Maxi Toys и другие. И сейчас мы с вами проедемся по магазинам и попробуем там снять видео. Надеюсь, у нас получится. Поехали! Первый магазин – это Jumbo магазин, где продаются не только игрушки, но и бытовые вещи, и техника, и так далее. Пойдемте! Здесь серия Haunted, довольно много кукол, но в основном серия Haunted. Также Goofy и в основном Freaky Fusion. Все куколки. Ну, из интересного мы здесь нашли трех девчонок из серии Make a Splash, Свимеры, Венера, Дракулаура и Лагуна. Также есть серия Климатерия, Фредс Камер Экшн, Клавдия и все. Ну и Скориш, причем одна Фрэнди. Ну и самая популярная кукла в Греции – это Girl by Jellyton из серии Фыдыши. И здесь, как видите, большое количество. Также здесь есть огромный стеллаж, который посвящен именно аксессуарам Monster High. Даже больше, чем кукол. Ладно. Здесь есть также какие-то брошюрки, можно взять бесплатно на память, рисовать, всякое такое. В общем, да. Но мы можем сделать вывод, что из таких древних кукол, эксклюзивных, здесь есть только Франкенштейн из серии Скориш, ну и девчонки из серии Make a Splash. Скоро в Греции, примерно в марте, начнется маскарад, или же Хэллоуин, как они говорят. И поэтому уже в январе они начинают готовиться. Здесь находятся разные костюмы, очки и все вещи, которые пригодятся для этого праздника. Селфи. Селфи. Босс. I'm a boss. Это мое лицо, когда я купили куклу Мастер-Холл. Выключи звук шапы. Плохо. Чувство стиля. Какая шевелюра. Мама сказала, что мне эта маска подходит в самый раз. Ну а сейчас мы зайдем с вами в магазин Goofy Star. Пойдемте, надеюсь, он нас чем-нибудь удивит. Ассортимент здесь довольно хороший, то есть обрадовало. Нашли даже старых куколок из старых коллекций, потом их покажу вам. Сейчас покажу ассортимент. Здесь также есть Ever After High, огромное количество, базовые перевыпуски, Kitty, Duchess, набор, бюджетные куколки. Есть и Monster High, это в основном серия Freaky Fusion. Даже есть делюксовая Дракулаура, штуки 4-3 их здесь лежит, даже больше. Дальше... разбросаны разные винилки, Haunted, Fred's Camera Action. Ниже расположены куколки серии Буйорк Буйорк, Кэти Нуар, Эдди, Луна. Далее Gloom and Bloom, Катрин Демиал. И дальше опять Freaky Fusion. Здесь есть Авиа, Лагуна Файр, Скара и еще Сирена Ван Бо. Ниже стеллажом расположены всякие бюджетные куколки из серии Go Fair, перевыпуски базовых, разные куколки из серии Monster Exchange, вот здесь мне попалась Лорна. Также есть, как и во всех прочих магазинах, куколки Свимеры, Спектра, Клодин, Дженнифер Лонг. Внизу расположились куклы серии Scarmaster, это Джиджи и Твайла.
Здесь, конечно, все в разброс, но ладно, ничего. Go Sports есть. И Art Class. Это Эбби Помидорит. Еще ниже Эверяшки из серии Legacy Day, Way to Wonderland. Также монстряшки из серии Swimmery, Swim Class, перевыпуск Гладин. Есть также спектры из серии Ghoul Spirit. В других магазинах мы ее не видели. И Эбби Music Festival, музыкальный фестиваль. И тоже редкая довольно кукла Эбби Винейбл из серии Picture Day. Ну и как я говорила ранее, самая популярная куколка в Греции это Глёпа Джеллингтон. Сейчас по всем магазинам Греции идет огромнейшая скидка 50%, и кукла стоит 15 евро. А так она без скидки стоила 30. А сейчас я вам хочу показать то, что мы отобрали к себе в коллекцию. Это довольно редкие куклы и эксклюзивные, которые уже почти не выпускаются. Вот это Кэти Нуар из серии Скарместер, Скелита Калаверас из серии Скариш, Торали из серии Гул Спортс, Катрин Дмяу из серии Скарместер, Скелита Калаверас Арт Класс, ну и напоследок Спектр Вандергейст из спальной серии Дип Тайрон. Между прочим, она 2012 года. Ну что, идем на кассу. Ну вот, мы ушли из магазина, мы купили, что хотели, то есть вернемся с пустыми руками и поехали в следующий магазин. А сейчас мы зайдем в магазин Max Store, посмотрим, какой там ассортимент. Вот мы подошли сюда, достаточно тоже нормальный ассортимент, есть и ребровка, и монстрка. Есть базовые, в основном здесь Dexter's Charming, также Тланкан куклы, Гирюпа Дженнингтон, также по 15 евро, как и во всех магазинах. Есть новая серия Буйок, для кого-то новая, для кого-то нет. Monster Exchange, Дракулаура, Парисоль, Лорна, Freaky Fusion. Внизу немного поинтереснее, есть разные голливудские из серии Friends Camera Action, Клавдия, другие, опять бюджет, Фрики Фил, Трип, Джинджи и Кладин, Крепотерия, пожалуйста, не перевыпуски. А, хотя нет, тоже есть перевыпуски. А внизу у нас даже есть Франкенштейн из серии Скариш и Твайла из серии 13 желаний. Также есть набор мебели, который стоит 15 евро, и даже по такой карточке действует скидка минус 60%. Цена, конечно, сказочная, но тащить к себе в родной город это довольно будет трудно. Хотя если все разобрать по картонкам и деталечкам маленьким, то это подарок отличный от Греции. Сейчас мы вышли из магазина, и хорошо, что не с пустыми руками. Что тут? Взять такой вот набор для украшения себя. Я надеюсь, скоро я сделаю мастер-класс, и мы с вами все посмотрим и все сделаем. Так, сейчас мы зайдем в магазин Мустакас. Логотип этого магазина это такой вот человек с усиками. А почему с усиками? Потому что мустаж по-французски переводится как усики. И вот, собственно, этот человек это и иллюстрирует. Ну что, это огромнейший детский магазин, и посмотрим, что там. Пошли! Итак, мы сейчас зашли в магазин и начинаем смотреть, сколько же здесь кукол и что здесь есть. Есть серия Буйорк, Кэти Нуар, Эльди, Лефера, Кладин и другие. В общем, вся серия. Здесь огромное количество, аж целых 3 полки они занимают. Ниже у нас огромная полка с куклами Глёпа Джеллингтон, также по 15 евро. Нашли также бюджеток, это Крепотерия, другие серии, базовые перевыпуски, Гик Шрик, огромное количество. Также серия Monster Exchange, это все Лорна Макнесси, других куколок в этой серии нет. Призрачно Haunted, даже здесь лежит Fred's Clover Action, бюджетки Лагуна, Дракулаура, Принц Кариш. К сожалению, других куколок в этой серии нет. Ghoul Sports, Кладин, Пляжные, Фрики Фьюзер, Авиатроттер, Скарместер, Джейн Булитл,
и куколки, которые здесь есть, этого Борелла из серии Isle of Fashion и Венера из той же серии. Смотрим далее. Здесь у нас представлена Сирена Ван Бу. И мы тут откопали еще Бониту Фемюр из этой серии, а также Гул Спортс Торрелли Страйп, который как раз таки у меня не хватало в коллекции. Бюджет Кэллибэ Минейбл, еще одна мебель. Есть также мебель. Из интересного и эксклюзивного мы нашли Дракуокеры. Сейчас откроем, посмотрим. Лежит ли там еще что-нибудь. Здесь также есть станции Франкенштейн серии Фрики Фьюжн. Монстр Экченч, перевыпуски базовых кукол и серии Крипотерия. Смотрели на Монстр Хай, теперь можно посмотреть и на Игуряшек. Первая полка — это базовые куклы. Не перевыпуски, а именно первая волна, что довольно радует. Декстер, Блондилокс, Рейвен Куин и Брайер Бьюти. Далее серия Мира Бич. Именно три куколки, которые входят в эту серию. Мэдалин Хэттер или Хэттер, Эшлин Элла и Apple White. На нижней полке расположились красивые куколки из серии Tron Coming и Legacy Day. В основном это Raven Queen. Ну, также еще Брайер есть. И Apple. Я вот нашла куколку, которая мне понравилась. Ну вот мы вышли из магазина и не с пустыми руками. Мы взяли Бониту Фемюр Фрики Фьюжн и Торрелли из серии Bull Sports. И на сегодня это все магазины, потому что завтра у нас уже самолет. И все, пока-пока, Греция, пока-пока всем магазинам. Ну и, собственно, вывод у нас такой, что если вы находитесь в Греции, то потратьте лучше время на отдых, а не бегайте по магазинам, как ошпаренные. Это наша греческая охота на кукол Monster High и Everest High официально объявляется закрытой. Если тебе было интересно и информативно меня смотреть, то подпишись на канал, поставь лайк под этим видео и напиши свой отзыв в комментарии. Be cool and crazy! Всем F. Harrison, Yassas!